Ипотека с господдержкой. Ставка в 6%, материнские капиталы и выплата за третьего ребенка. Меры, благодаря которым семьи с детьми смогут улучшить свои жилищные условия. Пополнение в семье – повод расширить жилплощадь. В семье Александровых три дочки. Старшие 2,5, а осенью прошлого года Наталья и Георгий стали родителями во второй и третий раз одновременно. У нас есть уже ребенок, и мы узнали, что мы беременны снова двойняшками. И вот поэтому мы решили расширить свою территорию, купить трехкомнатную квартиру. Я считаю, что это нормально, процентная ставка 6%. На короткий срок. Да, тем более мы взяли, допустим, на 5 лет. Это для нас нормально. Это как бы вполне реально для нас. Первые ипотечные кредиты с господдержкой выдали в начале прошлого года. Тогда запустили программу «Семейная ипотека» под 6% годовых для тех, у кого после 1 января 2018 родились третий и последующие дети. За прошлый год мы выдали в наших офисах Республики Чувашия более 160 миллионов рублей кредитов. Это более 90 счастливых семей в прошлом году. Уже в этом году, с начала года, количество выданных кредитов в рамках поддержки господдержки под 6% годовых, такое количество кредитов уже свыше 40. Госпрограмма работает. В этом убедился депутат Государственной Думы Николай Малов. Сейчас идет работа по расширению возможностей использования такого льготного кредита. По поручению президента России, в частности, органы власти должны обеспечить дополнительную поддержку в 450 тысяч рублей семьям, которые выплачивают ипотеку, и если в 2019 году у них рождается третий ребенок. Законопроект, который нами принят уже в первом чтении 21 марта, это ипотечные каникулы, который тоже дает возможность какого-то внутреннего спокойствия. Если молодая семья или просто семья с детьми сталкивается с какими-то проблемами жизненными, я думаю, что работа в этом направлении будет продолжаться. Сегодня в этом заинтересованы все. И власть, соответственно, и банковская система, есть взаимное понимание, сбалансированное. Кроме того, рассматривается законопроект, который устанавливает 6% ипотеку на весь период кредита. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика.